Здравствуйте, сейчас у нас очередной обзор товара с Алиэкспресс. Вот такая вот большая коробка, вскрываем. Внутри коробки еще одна коробочка, фирменный логотип Xiaomi. Mini Air Dryer, движение питания 220-240, мощность 1200, вес 555 грамм. Модель CMG01LX3. На русском языке также присутствует технология ионизации для бережного ухода за волосами Ioniq Hair Care. Вот такая вот замечательная упаковка. Посмотрим на комплектацию. Руководство пользователя. На русском языке 16 страница. Этот фен оснащен защитой от перегрева, который автоматически отключает электропитание при сильном перегреве прибора. Здесь гарантийное уведомление. Смотрим коробочка, что здесь. Коробочки, магнитная насадка, достаем фен. Вот так вот выглядит фен. Здесь сеточка защитная с двух сторон. Здесь предупреждение: убедитесь, что между волосами и феном больше 10 сантиметров. То есть нельзя близко к волосам, ближе 10 сантиметров подносить. Магнитная насадка, которую можно поворачивать под любым углом. Легко крепится, легко снимается на магните. Выбор режима 0,1,2 и кнопка включения, так понимаю. Включение. В первую очередь убедимся, что переключать положение выкл, затем вставьте штепсель в розетку и установите низкую или среднюю мощность обдува. При включении фена автоматически переходит в температурный режим горячий воздух. На индикатор рядом с переключателем температура горит оранжевым. Чтобы изменить температурный режим, нажмите соответствующую кнопку, как показано на рисунке ниже. То есть, когда горячий воздух оранжевый, мигающий синий меняется на оранжевый. Тогда чередование горячего и холодного воздуха. Синий – это холодный воздух. Вот здесь вот кнопка – это выбор режима. Отличительная особенность данного фена является то, что внутри есть как бы источник ионов, и ионизация в процессе сушки позволяет избавиться от электростатики, от электролизации волос. Не сушит волосы, защищает от перегревания. Он сам выбирает температурный режим, чтобы максимально защитить ваши волосы в зависимости от температуры воздуха в комнате. Также там есть встроенная защита от перегрева. Так, вилочка надежно защищена. 16 ампер, 250 вольт. Шнур где-то 1,5 метра длина шнура. Длина с насадкой фена около 16 сантиметров. С ручкой около 20 сантиметров. Толщина около 8 сантиметров. Ну что ж, давайте попробуем фен включить в розетку и проверить его работоспособность. Включили. Так. Теперь выбираем первый режим. Вот он подул сразу теплым воздухом. Также производитель заверяет, что очень крутая балансировка лопастей позволяет добиться минимального уровня шума. Он действительно шумит не очень громко на первой минуте. Второй режим чередования горячего и холодного мигает синим-красным.
второй режим. Третий режим холодный. Видим, что фен отлично работает. Давайте замерим температуру, примерную температуру воздуха. О, еще пирометры. Правда, это будет очень неточно. Первый режим. Теплый воздух. Максимально 74 градуса. Это первая скорость. На вторую скорость. На второй скорости не больше 80 градусов температура. Это режим горячий воздух. Теперь попробуем включить второй режим. Чередование горячего и холодного воздуха. Как бы не совсем холодный, от 46 до 72 градусов на первой скорости, второй скорости. Где-то от 50 до 83 градусов. Второй скорости. Это попеременный режим горячий и холодный воздух. И давайте попробуем включить режим холодного воздуха и замерить температуру. В режиме холодного воздух на первой скорости около 40 градусов, второй скорости. Где-то максимум 43 градуса. Вот такой вот замечательный фен от компании Xiaomi. Отлично работает. Есть три режима. Защита от перегрева. Ионизация волос. Отличная модель. А ссылка для заказа данного товара будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пока.